Девочки, а я готовлю себе завтрак. Да, я себе готовлю завтрак. Блогер-миллионник. О, невозможно поговорить с этим человеком. Вот и камера. Стоп. Камера, мотор, съемка. Чудесный завтрак. Что-то посолить. Мне не надо. Чуть совсем. А ты лети, ты же сильная. Что ты снимаешь? Встал Евгений, встал весь дом. Все соседи, наверное, слышат этого певца. Он любит петь. Певец, что поделать. Радиоведущий, стилист. Все в одном. Быстрее бы уже свалил на работу. Небольшая пауза. Чашечка кофе. Я. Балкон. Легкое торможение. Сейчас отвечал на ваши комментарии. И одна из подписчиков говорит: блин, Игорь, почему ты смотришь Инну? То есть, как бы, мы были о тебе другого мнения. Во-первых, я смотрю очень много всего. У меня в Ютубе достаточно большое количество подписок. Я не все смотрю. То есть, знаете, вот, допустим, я могу подписаться на 130 влогов, а смотрю из них регулярно только 30. Либо потому, что они выходят сверху, либо потому, что они достаточно узконаправленные. К примеру, я могу запасть неделю смотреть интерьеры, потом я вдруг устаю от них и никогда к ним, ну, не то, что никогда к ним, возвращаюсь к ним там, зимой. Когда делать нечего, погода дрянная, или дождь идет и так далее, я могу посмотреть это по настроению. Вот, допустим, сейчас у меня в рекомендованных, самое разное выходит. То есть политику сегодня я пролистал, потому что не хочу. Сегодня попал на моду на улицах Милана, где люди просто, вернее, где влогер просто снимает людей проходящих. То есть там буквально 7-10 секунд идущих людей. Мне нравится, как они одеты, их выражение глаз, как они коммуницируют между собой, то есть, условно, как они обходят друг друга. Ну, то есть, кто кому дорогу уступает, какие-то такие мелкие моменты, это очень необычно. То есть, для меня это и замена путешествий, и своеобразный модный показ. Я не люблю людей на подиуме смотреть, а на улице мне интересно. Мне нравится, как они идут там, в чем-то, кто-то в Заре, кто-то в чем-то таком нишево-трендовом и так далее, кто во что гораст. Ну, и сами по себе итальянцы, конечно, они могут нести себя, они знают, как это делать. Сказал я в своей растянутой футболочке. Вот, мне это нравится. Евген, конечно же, ловит меня в те моменты, когда я могу смотреть там Инну. Мне нравится смотреть разных влогеров, разные форматы. Во-первых, начнем с того, кто как снимает. Это, условно говоря, операторская работа. Кто-то снимает, там, условно говоря, включил, и вот у него пошло. Кто-то монтирует, кто-то там 70-секундные влоги нарезает под музыку. Кто-то, допустим, опять же, в рекомендованных вышел парень, и он ходит по одному из районов Турции. Погода дрянная, накрапывает дождь, у него голос за кадром. Но я смотрю, как он снимает. Я смотрю, что дергается у него камера или нет. Вот порой, допустим, когда я понимаю, что
Евгений снимает что-то, у него камера резко идет, что у меня же голова начинает крутиться, поэтому я учился так, чтобы если уж снимаешь, чтобы вот этого кручения не было, чтобы ты понимал, что камера должна двигаться так, чтобы у зрителя было совершенно другое, правильное восприятие, то есть мы головой так не дергаем. Вот, опять же, я смотрю на операторскую работу, я смотрю на контент. В контенте, ну, допустим, Инна, как она общается, как она показывает, что она показывает, ну, соответственно, комментарии. Могу залипнуть, там, опять же, в рекомендованных ни с того ни с сего. У меня вышел какой-то парень из Королева, у которого на балконе огромный-огромный сад, и он там что-то ходит по своему балкону, показывает растения и прочее-прочее. Интересно, мне это нравится. Я как будто, условно говоря, подсмотрел за чьей-то жизнью. И это интересно. Я очень люблю азиатских влогеров. У них своя культура съемки. Они очень любят детали. Хамамама, по-моему, есть. У нее влоги выходят, по-моему, раз в месяц. Но они реально очень красивые. То есть начинается с того, что, к примеру, будильник. Там 5:30 утра, она показывает, как он зазвенел, она встает, надевает тапочки, это все такими клипами, и ты залипаешь, то есть что будет дальше. Потом она включает чайник, чайник начинает закипать, как она готовит еду, как она там поиграла пару минут с собакой, дала ей вкусняшку, потом встает солнце, потом встает там муж, ребенок, она их отправляет, начинает уборку, и так до вечера. Очень интересно. Вот, поэтому я люблю, я смотрю самое разное. Вчера у меня вышли не в рекомендованных, а среди подписок не Форбсы, по-моему, с Эмином Агаларовым. Ну, как бы, ощущение двоякое, но то, какие комментарии под этим, ну, конечно, я не знаю, боты, злые люди и прочее, то есть не будем спорить на эту тему, но уж очень нас любят добивать ногами там, всех лежащих. И тут же следом, опять же, я не знаю откуда, наверное, от Женьки, выходит в рекомендованных «Пиратская жизнь», где на кухне она, Нина, рассказывает про какого-то влогера, которого я не знаю, как он там типа попросил денег, в какой форме он это попросил и так далее. Крылов. Я на него пошел посмотреть, там почитал комментарии, тоже смотрю, в принципе, ну, она права, то, как люди отреагировали на это, по-разному. Мы не берем, ну, то есть к тому, что смотрю все самое-самое разное. Так, время уже скоро выезжать. Поэтому из болталок на сегодня все. Смотрите картинки. И я до сих пор не покупал билеты. Хотя самое время покупать. То есть одежду накупил, а билеты еще никак не куплю. А время не ждет. Цены поднимаются. У нас на поляне выстроили какую-то конструкцию. Это, видимо, связано с окончанием Рамадана, потому что следующая неделя – это период выходных. И местные национальные, ну, то есть и Эмирати, и все остальные, по-моему, будут отдыхать. Это официальные выходные. Это такой напряженный момент для отелей. Народ начинает тусить по отелям, выезжают куда-то. То есть народ полностью, то есть наступление, у них прям весна перед самым жарким периодом. Они с удовольствием отдыхают, встречаются с семьями. Вот у них такое, на пляже несколько площадок было перекрыто, вернее, уже перекрыто, для того, чтобы, по-моему, Ид называется, чтобы к Иду подготовиться, к празднованию. Вот. Ну, я далек от традиций, я далек от их праздников, я и наших-то не знаю, поэтому буду просто картинки показывать, насколько это будет, насколько я окажусь там. Все. Смотрите влог, пишите, ставьте лайки, комментарии. А я буду думать, что это снимать дальше. Это даже будет.
интересной поездки. Естественно, с Евгением. Он не он. Рабочий. Это те люди, которые шумят постоянно. Шелест. Евгений, скажи доброе утро нашим подписчикам. Сейчас он войдет в образ, подождите. Доброе утро. Все? Yes. Доброе утро, наши подписчики. Это надо посмотреть, возврат был денежных средств. Это вот так прям интересно сейчас. Мне интересно. Мне не интересно, что вам интересно. Мне интересно, что мне интересно. Логично, логично. Совершенно нелогично. Так, Евгений, что? Напоминаю, что мы должны соблюдать требования канала, не материться, быть вежливым. Мы будем вежливы очень. Очень. Сейчас, если я в KFC вернул бабки. Кстати, KFC вообще, это просто, сейчас я буду материться. Это просто не надо. Шума. Короче, KFC, чтобы знали, прикол, кстати. У них есть, я рассказывал, по-моему, в том году, но на этом канале не впервые. У них есть три размера. Medium, вот это small, medium и large. Маленький, большой, средний. И мы когда с новым пошли в KFC, и он решил купить себе, там были сеты типа ролл. Ролл, как это, KFC, как он, не знаю, как называется, ролл. Очень много подробностей, Жень. Ролл KFC, я просто, чтобы знали, подписчики. Ролл KFC, вот этот, small, и нам выбрал, потом там этот, как его, напиток, и там... Стой. Что стой, Жень? Напиток и картошка. Короче, вся суть была в том, что я взял большой набор, а нам маленький. Разница между ними 6 дирхам. Это 150 рублей, чтобы вы понимали. Нам выносят блюдо, выносят поднос, и там, короче, два одинаковых размера. Мы говорим, а кто из них маленький, а кто из них большой. Он, а KFC говорит, нету такого. Я беру этого чувака, идем к электронному табло, мы заказывали электронные очереди. Я говорю, это что у вас такое? Он говорит, у нас нет такого. Я говорю, я же у вас вот заказал бы 6 дирхам разницы, так на минуточку. А он, знаете, что говорит? Хорошо, мы можем вам кока-колы побольше налить. Я говорю, за 6 дирхам, я говорю, сделайте возврат. Я из принципа сделал возврат, 53 дирхама там вышло. Из принципа сделал возврат денежных средств. Остался голодный? Нет, пошли в другую. Другой KFC. И это... И просто он мне сделал возврат и говорит, через 7 дней должны вам прийти деньги. Вот. Так вся эта история была про 53 дирхама? Нет, вся эта история была к тому, что у них нету размеров. Это так же, как с картошкой фри. Если вы засунете картошку фри из маленького пакетика в большой, вы увидите, практически нет разницы. А денег это стоит, разница денег стоит. Я просил интересное что-нибудь на канале. Интересно. Поэтому всегда берите маленькие размеры, маленькие. Кока-колу маленькую. Не, кока-кола, конечно, там есть большой. Но там льда вам нахерачит побольше. Короче, этого не стоит. Картошка будет по размеру, по количеству такая же практически. А ролл у них вообще один стандарт. А что я рассказываю вам, зачем? Я тоже не понимаю, это вообще неинтересно, Женя. Зачем? Все, я выключаю тебя. Рад был с вами пообщаться. Не нервничай. Че, может, что-то нажимать? А, кэш, я что, идет? Тело мое, сейчас так вот играл, круто.
тело там. Не тренировался, ничего не болело. Все, забирай. И приложи. The next station is Mall of the Emirates. Доброе утро. Подожди, уже утро доброе было. Больница. Это все тот же влог. Нет, совершенно неинтересно. Твое нытье слышать. Про твои 53 дирхама неинтересно слышать. Давай. Это я что с ними? Куда мы идем? Они их не вернули. Мы идем в посольство. Мы идем в посольство. А зачем ты меня тащишь с посольства? Я не знаю. В этом еще не было. Они только недавно переехали. Там красиво. У меня здесь связи. Ой, давай не рассказывай вот эти все истории. Записывался месяц. А теперь связи, связи. Жень, перестань, я устал это самое. Вырезать. Запикивать вот это все. А ты профессионально это делаешь? Я вчера устал запикивать, такой, в итоге... Сегодня Женя, типа, это, у нас пи-пи-пи-пи-пи-пи. Да, пи-пи-пи-пи-пи-пи. Все, выключай, я уже жду поворот охраны там. Все, пока-пока. The next station is Чем теплее, тем погода непредсказуема. Вторая половина дня, влажность повышается, видимо, с залива. Ждем дожди или что у нас там, или это просто влажность. Центра не видно вообще. Остров еще виден кое-как. Ну что ж, эксперименты над природой продолжаются. Выключай. Почему нет? Мы занимаемся, Жень. Жень, я не отвлекаюсь. Ты должен повторить все. Какая тема нашего сегодняшнего занятия? Не знаю, неправильный глагол. Неправильный глагол в прошедшее время. Again, блядь. Конечно. Ну чё, что я через мат? Ну давай. Я уж не обращаю внимания, к сожалению. Drink drunk. We are. Это у нас к кому? К they? Множественное число. Множественное число, наверное. Или you. В частности, ты. Хорошо. Давай, поехали. Прыгать в глаза. Что, поехали? Ты давай повтори сначала. Have had to go went. Give gave. Find found. Found. Eat at drink drunk. Do. Нет. Drink, drank. Drank. Yes. Right. Come. Жень, давай... Если я там сижу как урод, я тебя убью, блядь. Я не знаю. Давай эту голову оставлю. Не ругайся. Давай самое простое. Смотри, для того, чтобы выучить язык, нужно пользоваться своим собственным словарным запасом. Что меня интересует. Давай, буквально. То есть самое простое, то, что мы помним из школьной программы, это нужно рассказать о себе, своим языком. Итак, школа, давай, быстро, быстро, shut up. Да. Итак. Выключай, ты меня отвлекаешь. Итак, привет, меня зовут, привет, меня зовут Евгений. Hi, my name is Евгений. Я живу в Дубае. I live in Dubai. Дубай – это столица Объединенных Арабских Эмиратов. Дубай – city? Capital, столица. Capital? Объединенных Арабских Эмиратов. Ты знаешь по-английски как?
Ну, окей, самое простое. United Emirates. Итак, стопе. Я стилист. I'm hairdresser. Еще раз? Hairdresser, hairstylist. Окей, только не забывай «э» подставляй, да? I am a... Right. Hairdresser. A hairdresser. Я работаю в Дубай-Марине. I work in Дубай-Марине. Mm-hmm. In Дубай-Марине. В? In? Дубай-Марине. In Дубай-Марине. Excellent. It has excellent design. Exactly, это конечно? Excellent. Нет, я просто спрашиваю сейчас. Exactly. Конечно. Типа да. It has excellent design. Окей, хорошо. I live in Дубай-Марине too. Угу. Так, ладно, дальше. Mm-hmm. Я приехал в Дубай 2 года назад. I come to Dubai. Я приезжаю. А я говорю, я приехал в Дубай 2 года назад. Okay. I came to Dubai. I came to Dubai 2 years ago. Ой, yes. Как произносится последнее слово правильно? Ago. Ago. Ego. Ego – это я. Ago. Ego. Мне нравится Дубай. I like. Мне нравятся люди. Мне нравится работа. Мне нравятся магазины. Мне нравится море. Сам что-нибудь придумай и желательно в прошедшем времени. Типа, я работал в Москве, я был стилистом. Чего, правда? Через источник, через двери. Жень! Все. Итак, я плавал в море. I swam in sea. In the sea. In sea. А залив знаешь, как слово будет? No. No, okay. Golf. Golf. Golf? Golf. Golf. G-U-L-F. Yes. Это golf. Окей. Okay. Температура отличная. Температура и из... Чего? А как температура? Температура? Как температура? Temperature. Жень. Temperature? The temperature. Как? Temperature. Скажи мне слово, как пишется. Температуре. Ну, как пишется слово? Температуре. Температуре. Temperature? The temperature. Temperature. The temperature. Tem? Temperature. Temperature. The temperature. Превосходная. The temperature. The temperature. The temperature. The temperature. The temperature. Жень, не temperature, temperature. Ты же девочка. Temperature. Не, мне напоминает это вот язык the людей temperature. Через залив, которые... Temperature. Temperature. The temperature. The temperature. The temperature. Отличная. Не забывай глагол to be в настоящем времени. The temperature is nice. The temperature is nice. Окей. Okay. А нравится... как погода? The weather. Ветер? The weather. Ничего the weather. У меня есть мама, папа, сестра и племянник. And они за как племянник? Невью. Невью? Невью. Навью, короче. Навью. Пи. Пи? Пи. Так на пью или на вью? P-H. N-P-H. Рабскис. Head against. Against. Так, это что у нас? Его голова, again. Ну, чисто по-русски. Что, он подходит и он подходит, трется своей головой о ноги младшего парня. Скоро become. Возвращается еще? Нет. Что это become? Становится. Становится. Кот скоро станет однажды.
One day he hears. Нет. Hears. Hears. He hears that. Язык между зубами. That the king. Кайн, кинг. Ну давай по-английски все-таки не кинг. King. King. King.